Всем привет, ребята, с вами Гуф-Гуф, и сегодня в этом ролике, ребят, я буду выполнять последний квест от Мишки Ученого. И, насколько вы знаете, я думаю, что вы прекрасно знаете, что последний квест у Мишки Ученого, ребят, вам дает последний переводчик. И сейчас, ребята, я выполню этот квест очень быстро, потому что там осталось пару финтов сделать, и все. И сейчас, ребят, я получу свой последний переводчик, который я использую для палочника, ребят. То вот этот вот квест, как вы видите. Сейчас мне нужно, смотрите, использовать 10 клея, использовать синих экстрактов, еще 8 штук, также 5 красных экстрактов, убить Рино Битлов, еще пару штук, и также, ребят, нам осталось собрать фокус токенов. Это тоже очень быстро выполнится. Короче, сейчас самая главная задача, ребят, у нас это Blue экстракты, так как у нас с ними жесткие проблемы. Это получается, что сейчас я буду фармить синие экстракты. Ну и для того, чтобы нафармить этих синих экстрактов, о, кстати, тут подписчик что-то пишет. Рок Сокур. Что же он пишет? Что-то он написал. Гуф, поздравляю, Гуф, ты теперь топер. Спасибо, спасибо, ребята. Я напишу им, что я записываю ролик. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Давайте мы для начала пойдем, используем синий бустер. Он нам выполнит задание. Не даст, а выполнит задание, за которое я сейчас получу... А, я не использую его. Бако Бим. Использовать синий бустер. Ну, окей, значит, мы сегодня не выполним это вот дело. Тогда, значит, я предлагаю дальше вот так вот делать. Сейчас мы берем и идем убивать Рино Битлов. Поубиваем Рино Битлов. Я не знаю, сколько у нас это времени заберет. А потом мы продолжим сейчас фармить вот эти вот синие экстракты. Я надеюсь, что сейчас мне повезет. И из Рино Битлов выпадет хотя бы один, ребята, синий экстракт. Так, вот тут вот есть еще один. Кстати, на мушроме есть росточек редкий. Из него выпал бы синий экстракт, если бы он был на синем поле. Но он, к сожалению, только на красном. Ладненько, давайте по Берику его зафармим. Так, вижу тикет. Забираем. У подписчика стыбзили. Ладненько, и больше я ничего такого не вижу. И теперь, ребят, пошли-ка мы убивать вот таких вот мобов. Вот паучка, там волка, еще вот этих мантисов поубиваем. Возможно, из них выпадет синий экстракт. Но что-то я сейчас не вижу. Также, блин, у нас проблемы с донатом, потому что мы только что донатили. Точнее, я только что донатил, и сейчас я не могу донатить. Я бы, в принципе, мог попытаться достать с помощью доната синих экстрактов как можно больше, но что-то мне кажется, что сейчас это не получится сделать. Ладненько, давайте мы сейчас посмотрим, что тут у нас по квестам. Royal Rumble. Это нужно муравьев валить. Это будет очень сложно. Ладно, давайте мы сейчас пойдем еще сюда. Вот наверх. Тут тоже должно быть что-то. Так, что там у нас по ресурсам? Сколько у нас тут синих экстрактов? Ну, что-то мне кажется, что очень мало. Да, 8 штук, это очень мало. Также из этих вот жуков ничего тоже не выпало. Для того, чтобы, ребята, скрафтить 8 вот этих вот, друзья, синих экстрактов, мне нужно аж 400 блуберри. Это очень много. Так, давайте мы сейчас посмотрим, где же тут росточек. О, на розах, на розах, на розах, блин. Так, росточек где-то. Ай-я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 й. Ладно, ничего нет. Блин, вот он, тут и тут. Ладненько, побежали на розы по Борику. Сейчас убьем шипастика, нам сейчас шипы тоже сильно нужны. Вау. Гамми росток. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Только не на красном поле. Только не на красном поле. Я напишу им, что сейчас пойдем на синее поле. Сейчас зафармим вот этот росточек и пойдем фармиться на синих полях. Я думаю, что там 400 штучек мне не составит труда достать. Окей, первый пошел, это редкий. И сейчас, ребята, я надеюсь, что из него я нафармлю хотя бы один целый экстракт. Вот так вот. Вот это вот забираем. Вот это вот тоже забираем. Так, тут уже к нам присоединился подписчик, он тоже начал спавнить росточки. Только одно но, ребят, у нас нету... А нет, есть на 8 штучек, есть, хватит рояль желеек. Я что-то спереживался, думал, что не хватит. Ладненько, 200 штук уже есть, ребят, осталась половина еще. Вот, редкий росток. Из редкого росточка можно, ребята, выбить сразу целый экстракт, но... Блин, надо его еще и поймать, друзья, потому что я тут не сам на поле, как вы понимаете. Это будет трудновато, во... Так, ойл я поймал, а вот по поводу экстракта я ничего сказать не могу, не вижу, вообще не вижу, мне что-то, я полностью ослеп, ребята. Где же вот эти синие экстракты? Так, ребята, 260 штук, это значит, что, ребята, на 5 штук нам уже хватает, еще 3 экстракта, ладно, еще один росточек, ага, отсюда не выпадет. Хорошо, ребят, у меня есть тут такая вот хорошая мысль, давайте я сейчас пойду в рулетку, где можно поиграть за 5 миллионов, и попытаюсь оттуда достать что-то, ну, хотя бы 500 блуберри, или что-то можно выиграть, или хотя бы 50 блуберри, блин.
Полтора часа нужно ждать. Ох ты шо. Это много. Ребят, давайте мы посмотрим в рулетку за 500 тысяч. Возможно, я там смогу поиграть, потому что я уже не помню, когда я в нее играл. Нет, она тоже не рабочая. Тоже полтора часа. Даже больше. Не, так не пойдет, ребят. А рулеточка за 25 лямов. Блин, тут тоже полтора часа. А вы что, сговорили, что ли? Я чуть не понимаю. Что за фигня? Что за прикол? Так, тикет надо забрать. Не успел. Ну, елки-палки. Так, ну, нужно арена битлов поубивать, друзья. Давайте мы сейчас вернемся к убийству. Пока ночка, ребят. Мы по брику убиваем мобов. А потом, ребят, пойдем еще пофармимся, ребят. Вот, когда не нужно, мне там выпадает и выпадает. 274. Это получается, что еще 126 штучек нужно. Ой, это много, ребят. Это очень много. Давайте мы еще вот этих убьем. Так, что там у нас? Тут вообще ничего не выпало. Я бы улиточку убил, но там у нее там очень много хп, 8 лямов. Ладненько, значит, смотрите, что мы будем делать. Я надеюсь, что хотя бы вот эта штука еще не использована. Надеюсь. Она тоже использована, вообще 3 часа нужно ждать. Не, ну, ребят, так дело не делается. Давайте мы сейчас... Ага, вот, видите, выпало. Давайте вот тут вот пофармиться. И тут я думаю, что сейчас я все-таки поймаю. Так, сколько тут я смогу наловить? Вот так вот раз. О, какой-то квест завершил. А что за квест? Мне очень интересно. А, Honey Bee, ну это такой себе квест. Он мне особо сильно не поможет. Ладненько, а что тут еще есть? Не-не-не-не-не-не, так не пойдет. Ладно, давайте. Опа, гамми росточек. Опача, это мой. В принципе, я могу сейчас ловить весь клей, если успею. Так, вот блубери тут, и здесь точка блубери, еще тут блубери. Отличненько, сколько у нас уже есть? Интересно. 290, блин, еще 110 штук. Где мне взять 110 штук? У меня только 3 росточка. О, блин, это будет долго. Окей, так, собираем, ребят, собираем вот эти вот предметы. Опа, вижу клей. Блин, я не успел, не успел. Глиттер и клей я забрал, вау, круто. Окей, пошли дальше, ребят. Что же мы будем дальше делать, друзья? Мне сейчас не хватает 106 штук. 106 штук блуберри для того, чтобы скрафтить 8 синих экстрактов и пройти квест. О, точно, Brown Beer. Давайте мы сейчас выполним его квест. Может, из него что-то выпадет дельное. Опа, это мой? Нет, это не мой. Окей, я пошел выполнять. О, это что? А, это лунный. Лунный нам не нужен. Окей, сначала кактус, потом роза и потом кокосик. Окей, ребята, на кактусе мы завершили фарм. Также, ребята, там подписчик вроде бы кинул пару росточков, и я нафармил чуть-чуть блуберри. Я думаю, этого будет достаточно. Еще пару штучек и, в принципе, все. Давайте мы сейчас выполним квест на розах и на кокосике и посмотрим, что же там нам даст вот этот вот коричневый мишка. Надеюсь, что хотя бы один синий экстракт он нам подарит, потому что вот реально, я уже не знаю, что делать. Так, ребята, все, квест выполнился, все, идем сдавать. Блин, ну, коричневый мишка, ну давай, выручай, братишка, я в тебя верю. Я, ну, прям очень-очень тебя верю. Ты должен сейчас меня очень сильно выручить. Давненько ты мне не давал синих экстрактов. Возможно, давал, просто я не замечал, не знаю. И я вот так вот просто ляпнул, чтобы не молчать. И сейчас, ребята, мы получаем... Серьезно, 30 рояль желеек и 1 тикет. Ну, такое. Короче, ребят, нужно 70 вот этих вот блуберри. И сейчас, ребята, мне нужно найти хорошенечкий способ, как его достать. О, вижу, хорошо. Росточек заспавнился тут. Я не знаю, чей, возможно, он сам рандомно заспавнился. А возможно, его кто-то просто взял и заспавнил. Сейчас кидаем еще свой росточек. Он взрывается. И еще подписчик кинул. Оу, отличненько. Сейчас, ребята, эти все ресурсы... О, смотрите, ойл выпал из обычных росточков. Это редкость, ребята. Это довольно-таки очень большая редкость. Ребята, смотрим сейчас на... Блин, 13 штук не хватило. Ну ладно, последний росток я кину. Опа, и, ребят, и посмотрите. И сейчас выпал редкий росток. И если я сейчас вдруг достану из него... этот синий экстракт, то это будет вообще прям обидно. Очень обидно. Почему он мне раньше не выпал, а вот только сейчас? Не, ну, как вы видите, к сожалению, мне ничего так и не выпало. Итак, ребята, 430 блуберри. Это достаточно для того, чтобы скрафтить синие экстракты. Сейчас мы их по берику скрафтим. Вот где-то они вон тут. Вот 8 штучек нам нужно. Крафтим и ускоряем. Все, отличненько. У нас есть 8 экстрактов. У нас есть, ребята, остальные ресурсы. Сейчас нам остается только 3 токена фокуса собрать и также, ребята, использовать вот эти штуки и убить 6 ринобитлов. Ну, это у нас займет очень мало времени, ребят, потому что ринобитлов у нас очень много на карте и они очень часто респавнятся. Давайте мы сейчас вот так вот сделаем. Сначала используем клей 8 штук, 9 штук. Вот так вот, где он у нас
колей. Раз, два, два, три. А, синие экстракты. Ну, окей, поехали так. Синие экстракты. Раз, два и пять красных, да? Пять красных. Ну, хорошо, используем их. Раз, два. Отличненько, все, вот эти вот задания мы все выполнили, токены фокуса тоже собрали, еще осталось 4 ринобитла. Окей, я думаю, что сейчас вот этот ринобитл, который на ананасиках, уже воскрес, потому что прошло очень много времени. Сейчас, о, даже с мантисом, вместе с мантисом он возобновился, сейчас мы их поубиваем. Вот, ринобитл умер, и также вот этот мантис тоже умер. Хорошо, осталось 3 ринобитла. Блин, где же мне их найти? Вроде бы тут есть один, и там есть один, все равно... Придется подождать еще одного, так как... А, это тоже умер через 19 секунд. Ну ладно. А эти что там говорят? Живы, не живы? Вот, он живой, второй уровень. Ну ладненько, значит, двоих мы будем ждать. Ребят, все равно нам придется ждать, мы не сможем их... А этот квест пока что завершить. Блин, вот этот момент, когда тебе осталось там капелька сделать, и ты не можешь сделать, потому что нужно ждать. Так, ребята, вроде бы время прошло, но ринобитлы почему-то не появляются. Ну, есть такой баг, ребята, что они не по таймеру появляются. Нужно немножечко подождать или просто отойти куда-то, или ресетнуться. Но ресетиться я не буду, я просто подожду. Доформлю, ребята, миллиард меда. Сейчас мне тут чуть-чуть не хватает, только сколько? 30 лямов? Да, 34 ляма. 33, если так вот... заукруглить это все, да? Умер? Умер. И сейчас, ребята, нам остался только один ринобитл, он где-то здесь должен был бы появиться, но его что-то тоже не вижу. Ладно, микроконвертер используем. У нас уже есть лярд меда. Сколько мы получили? 56 миллионов? Ну, в принципе, неплохо. А почему эти не появляются? Блин, вообще никто не появляется. А где ринобитл? Эй! Ринобитл... О, вот он, идет мой сладенький. Все. Квест выполнил. Это, ребята, был последний квест от Мишки Ученого. И сейчас, ребята, блин, вот прям очень так, знаете, круто. Такое ощущение, что все, блин, закончились вот эти квесты. Наконец-то я больше их делать не буду. Теперь в любом обновлении я не буду напрягаться по поводу там, о, блин, у меня этот персонаж не открыт, у меня тот не открыт. Вау, 2 старжелейки, 20 тикетов, 4 глиттера, 4 энзима, 4 клея, 1 транслятор и что-то там еще. 2000, вроде бы. Печенюх, да? 2000. А, 10 тысяч печенюх. И сейчас, ребятушки, отдаем ему. Отличненько. Окей, он что-то мне там рассказывает. Я теперь его понимаю. Транслятор ушел. Он у меня теперь открыт. Я теперь смогу, ребят, призывать этого палочника раз в 2 дня. Вроде бы бесплатно, да? Или за 50 тикетов, сколько захочу. Ладно, короче, давайте так. Мы сейчас пойдем и попробуем достать новый амулетик. В честь открытия палочника мы сейчас, ребята, точно достанем какой-то хороший амулет. Я думаю, что сейчас даже пассивочка выпадет. Если выпадет, это будет просто трешово, друзья. Блин, там шипастик. Давайте мы сейчас вот так вот. О, instant conversion, blue pollen 40%. Не, ребят, у меня старый амулет лучше, так что я менять не буду. Ладно, лярд меда ушел коту под хвост, как всегда. Ну ничего, печалиться не будем, так как, ну, такое, ну, бывает, подумаешь, не повезло. Короче, ребят, давайте так, я в будущем, ну, не в будущем, а вот через пару дней нафармлю себе как можно больше меда, вот там, лярдов 20-30, ребят, и попробую достать амулет с посевочкой. Если вам нравится идея, ребят, давайте так, вы поддержите эту идею в комментариях, а потом... Уже, ребятушки, я возьмусь за это дело. Короче, хорошо, давайте убиваем шипастика. И сегодня мы будем потихонечку прощаться. Потому что вроде бы все. Вроде бы этого достаточно для одного ролика. Вроде бы даже слишком. Вот, плюс 3 шипа получил. Открыл вот этого палочника. И также, ребята, просрал лярд меда. Ну, это очень много. Короче, ребята, вот такой вот сейчас у меня уже улей. Я тут прокачал свою фотоночку, потому что фотоночка с каждым уровнем дает плюс 2 вот этих вот лунных, не лунных, а таких вот луча, которые очень много фармят. В общем, ребята, если что, если вам ролик понравился, можете поддержать его лайкосиком. Ну а на этом я с вами буду прощаться, с вами был Гуф-Гуф, всем пока, ребят, всем бай-бай.